Крупную наркоплантацию обнаружили в Алматинской области. 3 гектара конопли вырастили в неприметном с виду подвале. Нелегальный бизнес выдавали за рыбное фермерство. Подпольную во всех смыслах оранжерею обнаружили в селе Байкен. На месте насчитали больше 1500 кустов конопли, а также 10 миллионов тенге и все необходимое для успешного выращивания растений. Осветительные приборы, тепловые лампы, системы отопления и вентиляции. В подвале находились и сами садоводы. Теперь полиция предстоит выяснить, куда должна была направиться готовая продукция. А подозреваемым грозит крупный штраф или до 2 лет тюрьмы. Задержано 18 человек, проводится досудебное расследование. С начала года ликвидировано 56 нарколабораторий, изъято более 23 тонн наркотических средств. Работа в данном направлении продолжается.